на конкурс «Дети читают стихи». Стихотворение «Лучший праздник. День Победы» читает Коновалов Арсений, 6 лет. Лучший праздник, День Победы, за окном сирень цветет, поздравлять отцов и дедов, детвора с утра идет, и большое им спасибо, нашу жизнь они спасли. Вечный подвиг будем помнить, и поклоном для земли, пусть суровых дней военных не забудут никогда, им желаем, несомненно, мира, радости, добра.